Привет-привет! Вот кому не страшны морщины, так это этому котику Боксюшке. Беги, Боксён. Так, сейчас я с вами поздороваюсь. Меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас будет с вами очень прикольное видео про морщины и как от них легко и просто избавиться. Сейчас помою ручки, потому что нужно будет вам кое-что показать. Так, ручки помыла. Тут у меня полотенчик. Наберите терпение, прям 2 секундочки. Итак, кто не мечтает избавиться от морщин легко и быстро? Конечно, каждый из нас хочет иметь такую волшебную палочку, чтобы раз, махнуть и сказать волшебное слово, и морщинки все стерлись. Но такой волшебной палочки точно нет. Или есть? Нет, такой волшебной палочки нет, конечно. Но есть некоторые производители, которые придумывают разные прикольные штуки и которые позиционируют как, например, массажеры, эспандеры для того, чтобы избавиться от морщин вокруг губ. Если вы знаете, что первые морщинки вокруг губ появляются тоже достаточно рано, закладываются носогубные складки, кукожится подбородок, да, ну и вот такой штукой можно от них избавиться. Как вы думаете, можно или нет? Кто-то думает, что да, и начинает делать массаж. Я вам сейчас покажу, как это работает. Я буду показывать пальчиками на некоторые зоны, обратите на них внимание. Как правильно пользоваться? Я нанесла бальзам для губ, взяла BB-бальзамчик. И нужно чистыми руками аккуратно вставить его между губами и зубами. Вот так вот. Больше не буду. Обратите внимание, я вам показывала, где напряжение идет, как раз где носогубные складки и где подбородок. Ай, кажется, о, я их качаю. Но знаете, что самое смешное? Что вот эта вот мышца круговая вокруг рта, она не крепится к костям. И поэтому чем плотнее мы сжимаем так вот губы, и тем более без фиксации, то есть упражнения в фейсбилдинге, где там мы фиксируем, напрягаем, и это работает. Здесь же без фиксации идет сильное напряжение. Вы видели, какое мне надо было сделать усилие, чтобы сжать эти губы, такие сексуальные, шикарные губы. Но дело в том, что вот это напряжение, оно делает залом, где носогубная складка, и морщинится зона подбородка. Поэтому ни в коем случае не используйте вот этот массажер-эспандер как действительно средство для избавления от морщин. Это можно использовать как прикол, насмешить кого-то разово. Но не делайте этого, потому что вы только испортите кожу своего лица. А что же нужно делать? Во-первых, нужно взять себе за правило ежедневно ухаживать комплексным уходом за кожей своего лица, правильно подобрав его. Именно по типу кожи, к вашему возрасту, к вашим задачам. И если уж вы хотите делать действительно какую-то зарядку для лица, то делайте это с профессионалами, найдите себе хорошего наставника, пусть вам покажет, как правильно делать упражнения, как не навредить себе, вот что самое важное, и тогда у вас будет хорошее лицо долгие-долгие годы. И еще маленькая рекомендация. Я заметила, что женщины, которые больше улыбаются, у которых позитивное настроение, они выглядят намного моложе своих ровесниц, которые постоянно ноют, печальные, ищут у себя какие-то проблемы, фокусируются на них. Поэтому я вам рекомендую, будьте на позитиве, отпускайте все проблемы, пусть они идут куда подальше, и выглядите классно долгие-долгие годы. С вами была Лилия Донскова. И такие вот шлепки, губошлепки. До новых встреч! Если видео полезно, ставьте лайк и пишите в комментариях отзывы. Пока-пока!